президента Порошенко позорно на в истории Украины недоразумение не президента. То, что они сегодня объявили, это прямой призыв к тому, чтобы ограничить мою политическую деятельность. Оказывается, я не должен покидать Киев, не должен ездить в регионы, не должен собирать людей, не должен вести марши. Так вот, я объявляю сегодня, что мы будем продолжать марши за отстранение Порошенко от власти. Я объявляю... Начали массовых акций, как и собирались, с целью отстранения мирным способом и смены власти барыг и мафиози в Украине. Я не отказываюсь, мы будем идти до конца, и ни одних потуги для того, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях, у них не сработает. Это не судьи. Это вы видели их. Это не судьи, это не суд. Это не судьи и это несправедливость. В этой стране, на нашей Украине, они попирают все права и все возможности для того, чтобы защищать эти права. Поэтому я буду идти до конца. В ближайшие дни мы соберемся и мы будем обращаться к другим политическим силам. Они хотели, я собирался завтра выезжать во Львов, после Запетра я собирался выезжать в Винницу, видимо, им их это не очень устраивает, и я, естественно, собирался продолжать эту борьбу. Так вот, Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг, ни один из олигархов не будет управлять Украиной. Буду сражаться, вопреки всем их проискам, и вопреки всех их проделков и вопреки всех их договорников против меня. Я понимаю, что вся система меня боится. Я понимаю, что это не судьи, а просто обычные продажные существа, которые здесь есть. Но я точно знаю, что, что бы ни было, мы эту борьбу все равно выиграем. Вы видели, что все дело сфальсифицировано. Вы видите, они не хотят, чтобы я был в вечерних эфирах. Они не хотят, чтобы я передвигался по стране, они не хотят, чтобы я был на свободе, и они не хотят, чтобы я вместе с вами достигал своих целей. Мы будем действовать с точностью, да наоборот. С точностью, да наоборот. И поэтому я хочу... Мы будем объявлять о нашем следующем марше с целью импичмента и отстранения, с целью добиться мирной отставки человека, который предал идеалы Майдана и который занимается фальсификацией, который обкрадывает свой народ и занимается лишним обогащением Петра Порошенко. И одновременно в ответ на эту махинацию краматорскую, в обмен на Мальдивы, в ответ на то, что он и его подручные просто залезли по уши в коррупцию и обкрадывают свой народ. И одновременно я хочу всем сказать, что бы они ни делали, мы победим. Что бы они ни делали, мы прорвемся. Что бы они ни делали, им придется уйти от власти, им придется передать эту власть народу Украины и демократическим, нормальным, чистым силам Украины. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто был сегодня на суде. Я выразил свое мнение про этот суд. Я думаю, это мнение отражает мнение абсолютно большинства украинских граждан. Будем сражаться, будем пробиваться, будем добиваться победы. И в ближайшие дни мы объявляем о следующем шаге, этапе нашей борьбы. Борьбы за освобождение Украины и украинцев. Я окончательно сегодня еще раз убедился, что
против этой банды не может быть никакого компромисса. Будем сражаться и побеждать. Спасибо. Вперед! Все управление за вами!